А ты знаешь кого-нибудь из РВСН? Чему это ты вдруг? Мне только что рассказали об одном подполковнике, который не отреагировал на ложное срабатывание системы раннего оповещения. Он получил официальное взыскание. Выгод? Но он был прав. Ядерного удара не было. Это протокол. Если система включается, нужно запускать ответную атаку без колебаний. Если бы он следовал протоколу, американцы запустили бы контратаку. Да, и это однозначно была бы ядерная война. Тогда выходит, что подполковник спас мир. Да, но инструкция важнее всего. И неважно, прав был этот подполковник или виноват. Невероятно. А что бы сделал ты на его месте? Я бы, наверное, нажал кнопку. Да, я понимаю. Если нарушаешь приказ, то жди беды. Нет смысла об этом думать. Ладно, пока. Увидимся.